Всем большой привет! Рада вас видеть на своем канале. Сегодня покажу свои покупки из магазина Fix Price. Давайте начнем с самых объемных покупок. Я приобрела две корзины. Давайте покажу на примере одной. Корзина овальная, стоит она 149 рублей. Изготовитель у нас Республика Татарстан. Материал полипропилен, 149 рублей стоит. Очень она объемная. Я ее приобрела специально для организации пространства в большом шкафу. Эта корзина мне понравилась и по своему оформлению, такая как плетеная, и по цвету бежевая, жемчужная, и потому что, смотрите, она очень глубокая, то есть вместительная, нету углов, такая она закругленная, и к тому же есть ручки. Я взяла две корзины, чтобы они у меня были в одной цветовой гамме, мне именно две понадобились. Корзинами я очень довольна, вот сейчас сниму видео и сразу поставлю их, скажем так, в использовании, сразу буду организовать пространство. Классные корзины, там были других цветов, но мне понравилось именно такой бежево-жемчужный. Давайте теперь покажу вам продукты питания. Мои повторные покупки — это компания Макфа, рис длиннозерный, 6 порций в индивидуальных пакетиках и точно такая же крупа гречневая экстра. Качество великолепное. Получается и рис очень вкусный, и гречка рассыпчатая, вкусная. Это легко, быстро, просто. 6 порций, стоит она 55 рублей, многократно повторяю, потому что нравится и цена, и качество. Не в каждом магазине Fix Price можно встретить Орео, шоколадный вкус. Как увидела, сразу взяла, его цена 77 рублей. Такая уже предновогодняя упаковка, хочется играть, а не работать. Классная упаковка, нравится, что здесь именно шоколадный вкус, долго я гонялась именно за ним. Вот такая информация, здесь 228 грамм, шоколадные печенье с темной прослойкой, просто супер, 77 рублей, тоже хорошая цена, потому что в других магазинах стоит дороже. Хлебный Спас, печенье с арахисом, овсяное. Я обожаю овсяное печенье и люблю именно рассыпчатое, и от компании Хлебный Спас меня вполне устраивает. Я обычно от этой компании приобретала печенье в других магазинах, оно мне очень нравится, есть с разными вкусами. Вот здесь с арахисом, мне еще нравится с шоколадной крошкой, 27,50, отличная цена. Есть еще классическое, злаковое, с кунжутом и шоколадной крошкой. Все печенье очень вкусное, действительно рассыпчатое. Для тех, кто любит овсяное печенье, то присмотритесь, цена очень приятная. Что касается продуктовых новинок, то я увидела конфеты со злаками и ягодами от компании Conti. Такие фруктовые фитнес-конфетки у меня со вкусом клюква. Таким образом они выглядят. У нас в упаковке 200 грамм. Состав патока, овсяные хлопья, кукурузные и воздушные хлопья, глазурь и так далее. Цена 55 рублей. В упаковке их достаточно много. И вот таким образом выглядит сама конфетка. Действительно, как нарисована. Конфетка состоит из двух слоев. Такая шоколадная подложка и злаковая составляющая. Все как нарисовано. По вкусу она очень вкусная, хрустящая, не слишком сладкая. Я думаю, что с чаем, с кофе будет самое то. В отделе с конфетами я увидела еще одну новинку. Это компания Бариста, кофейная коллекция. Здесь конфеты с четырьмя видами кофе. Аромат кофе, капучино, мокко и айриш крем. Я, как любитель кофе, не смогла пройти мимо такого шикарного оформления. К тому же мне очень понравился состав. Здесь, смотрите, идет сахар, патока, натуральный молотый кофе, ароматизаторы пищевые, кофе, мокко, капучино и ликер Шеридан. И также пищевые красители. То есть неплохой состав для такого типа конфет. Здесь конфет 300 грамм, стоят они 50 рублей. Изготовитель — Московская область, Истринский район, компания Малвик. Здесь тоже огромное количество конфет, вот так они выглядят. И, соответственно, у нас получается каждый вкус в своей обертке. Смотрите, какие они красивые. Это аромат мокко, красное, аромат айриш крем, зеленое, черное у нас со вкусом кофе,
Ну и со вкусом капучино такого сливочного цвета. Очень красивые, яркие, прям конфетки отличные. За 55 рублей купила Chiba Gold Selection. 40 грамм вес, хороший кофе с zip-застежкой. Мне очень нравится, тоже периодически его покупаю. Что касается кофейной тематики, мы еще не закончили. Хочу вам показать напиток кофейный растворимый Жокей. 3 в 1, мягкий вкус. Еще есть в линейке аромат и вкус карамель, крепкий и классический. Но в нашем фикс-прайсе был только такой. Стоит он 55 рублей. Здесь у нас получается 10 пакетиков. То есть один пакетик 5 рублей 50 копеек. Получается очень выгодно. Для тех, кто любит такого рода напитки, мне кажется, будет просто замечательно. Около кассы всегда можно встретить много разных интересных вещей. Я купила конфетку «Мамба». Это новинка. Смотрите, какое позитивное, классное оформление. Меня заинтересовало, что здесь «Мамба», «Кола» плюс «Фрукты». Аромат «Колы» я люблю. Эта конфетка стоила 55 рублей. Здесь у нас 18 жевательных конфеток, просто супер, брошу в сумочку и по необходимости буду их кушать. За 27 рублей 50 копеек купила несколько упаковок кедровых леденцов с медом и прополисом для горла и иммунитета. Очень классная вещь, всегда у меня тоже есть дома. При первых признаках проблем с горлом лучше пососать, и действительно можно предотвратить разные неприятности. Состав очень хороший: сахар, патока крахмальная, кедровое масло, кедровая живица, прополис, мед натуральный и так далее. У кого нет аллергии на мед и медовые составляющие, то попробуйте. Вот таким образом они выглядят. Здесь 10 леденцов. По вкусу они очень приятные и действительно помогают при первых признаках проблем с горлом. С продуктовыми покупками мы закончили. Теперь давайте покажу немножко бытовой химии. Купила я Санинспектор, активное чистящее средство. Это таблетки для сливного бачка. Были с разными видами, разного цвета, но я почему-то взяла с ароматом ландыша. Как видите, одну таблетку я уже использовала, бросила в сливной бачок и абсолютно никакого результата не получила. То есть ни очищающей пены, ни защиты от грязи, ни формулы против извести, ни дополнительной свежести, ни окрашивания воды хоть в какой-то цвет, ничего такого я не получила. Абсолютно, то есть мне этот Санинспектор не понравился, я вам его не советую. Купила для пробы шарик для стирки, слышала на эти шарики хорошие отзывы, девочки покупают и применяют именно для не только стирки, например, подушек, верхней одежды, но и для полотенец, для каких-то пледов. Очень хорошо этот шарик себя зарекомендовал. И вот я тоже хочу попробовать. Его цена 50 рублей. Состав ПВХ. Если мне понравится, то я куплю еще один и два шарика. Я думаю, что мне хватит. Но в любом случае, при первой же стирке я его попробую. Еще увидела новинку. Вот такие салфетки для удаления пятен, подходит для всех видов тканей. Видите, здесь нарисованы мужские рубашки, белые маечки, такие влажные салфетки, 20 штук. Написано, что какая-то специальная формула, которая удаляет разные ненужные пятна, загрязнения от пищевых продуктов, от фруктов, кофе, чая, чернил, и также облегчают последующее выведение загрязнений при стирке. Незаменимы в дороге, ресторане, на отдыхе и так далее. Состав у них нетканное полотно и пропитывающий лосьон. Такая информация. Пока еще не пробовала. Обязательно потом в пустых баночках бытовой химии расскажу. Они стоили 27 рублей 50 копеек. Взяла несколько упаковок алкалиновых батареек.
стоили они 50 рублей, здесь 4 штучки, батарейки тоже незаменимы, в разные игрушки, разные фонарики и прочее-прочее, везде они нужны. У нас в фикс-прайсах огромный выбор новогодних товаров, девочки, я пока держу себя в руках, не хочу скупать все подряд, пока купила только то, что мне действительно понравилось, то, что мне действительно захотелось, это настольные календари. Взяла 2 штучки. Настольный календарь на следующий год. У нас будет год быка. И вот такие замечательные бычки и коровки нарисованы. Там был огромный выбор именно вот этих деревянных фигурок. Я купила вот именно те, которые мне больше всего понравились. Такой обычный настольный календарь с отрывными листочками. Листочки яркие, печать хорошая, все видно, числа. На оборотной стороне у нас тоже есть информация. Производитель Москва, сделано в России, материал картон, винил и голографическая пленка. Каждый такой календарик стоил 77 рублей. Все девочки показали, все девочки купили. Мне тоже очень захотелось купить себе новинку от компании «Завод братьев Крестовниковых». Набор туалетного мыла. 165 лет традиции качества. Это парфюмированное мыло ручной работы. В очень красивом оформлении. Потрясающая просто цветовая гамма. Мне очень нравится этот цвет. Здесь 3 кусочка мыла. Этот набор состоит из 3 кусочков мыла. Белая глина, голубая глина и розовая глина. Каждый кусочек большой, 190 грамм. Вот такая информация. Очень удобно, что он именно обернут в упаковку. Стоил этот набор 149 рублей. Пока раскрывать его не буду. Скорее всего, я это мыло оставлю на подарок. Девочки, давайте теперь перейдем к самому вкусному, к самому интересному, к тем новинкам, которые меня просто удивили в этот раз. И в этот раз меня очень удивила компания «Фитокосметик», линейка «Биокосметолог», мгновенный эффект салонного ухода. В таком необычном оформлении находится ночной крем «Гиалурон» для лица и шеи. Вот его обещание: стимулирует выработку гиалуроновой кислоты, повышает упругость, борется с пигментацией, восстанавливает линию декольте и овал лица и так далее. Конечно, привлекает внимание форма упаковки этого продукта в виде шприца. Сразу идет аналогия с уколами красоты, с мгновенным эффектом. Очень такое красивое оформление. Но здесь всего лишь, как вы видите, 5 мл. То есть продукта у нас очень-очень мало, зато обещаний много. Очень много обещаний. Видите, 5 мл. И на самом шприце, когда мы вскроем упаковку, тоже написано дата изготовления, и что это крем гиалурон для лица. Его цена 55 рублей. Также был представлен еще дневной крем гиалурон, тоже для лица и шеи, но я решила остановиться именно на ночном виде, потому что мне кажется, что ночной крем будет более эффективный, более действенный. Обязательно протестирую, обязательно в пустых баночках расскажу. 55 рублей, 5 мл и вот такой интересный. Интересная форма подачи продукта. Интересная новинка. Также не смогла пройти мимо компании Флорисан. В предыдущем видео про свои уходовые средства на ноябрь я вам уже показывала. Это Флорисан регенерирующий крем с секретом улитки для лица и области декольте. Таким образом он выглядит. Он мне очень понравился, 77 рублей его цена, понравился он мне своим составом, своими обещаниями, своим качеством. Я оценила его уже по достоинству. У него помпа-дозатор, очень хорошо работает, выдает нужное количество продукта. По текстуре он очень приятный, быстро впитывается, нету никакой липкости, нету жирности. Буквально 2 секунды, и смотрите, все впиталось. И он по факту дает очень хорошее увлажнение. Я его взяла на зону шеи и декольте, собственно говоря, здесь об этом и написано, и с удовольствием им пользуюсь. Прям шикарная тоже цена, 77 рублей.
и отличное качество, приятный аромат. Далее, девочки, в магазине Fix Price появилась компания Камей, и именно в виде кускового мыла. У меня купаж цветочных масел с ароматом соблазнительной фиалки. Срок годности хороший, до января 2023 года. Здесь небольшой объем 85 грамм. Цену вы видите 27 рублей 50 копеек. За мыло Камей это просто отличная цена. Давайте посмотрим, что внутри. Внутри у нас такой симпатичный кусочек. Мыло очень влажное. Такое все мокрое. Аромат приятный. Не скажу, что фиалки. Для меня больше розы с парфюмом. Но здесь, конечно, аромат дело индивидуальное. Мне больше роза в таком ярком парфюмерном обрамлении. 27 рублей 50 копеек за мыло Камей. Сразу пущу его в использование. Еще одна новинка, которая меня очень заинтересовала и понравилась. Возвращается компания Himalaya. Помните, когда-то, года 2 или 3 назад, она была широко представлена в Fix Price. И шампуни были, и маски, и чего только не было. Сейчас я увидела очищающий гель для умывания с нимом для проблемной кожи. Этот продукт очень знаменитый, очень популярный. Многие девочки его пробовали. Он продается, я знаю, в Магнит Косметик и в других магазинах. Очень широко представлен. Конкретно этот продукт не содержит мыла. Эффективное очищение дает для проблемной кожи, для ежедневного ухода. Здесь 150 мл, тоже вот такие обещания. Мне нравится его состав, нравятся активные компоненты ним и куркума. Мне кажется, у меня такой когда-то был, несколько лет назад, и он мне, наверное, понравился. Ну, не помню, девочки, поэтому взяла и решила освежить свои впечатления. Стоит он 77 рублей за такой большой объем 150 мл. Цена очень, кстати, хорошая, поэтому взяла. Я его не вскрывала, не открывала. У него год после вскрытия, не знаю, либо оставлю себе, либо подарю, я еще подумаю. Но в любом случае продукт очень-очень достойный, интересный. Также вам из новинок покажу компанию Etude Organics. Это корейский бренд. Не так давно он выпустил интересные новинки, что касается тканевых масок для лица. Красивое оформление, волшебный релакс. Отправляйся в сказку вместе с этой маской. Красивая такая у нас лисичка, девочка-кокетка. Эта маска стоит 55 рублей, 22 грамма, с мелиссой и гиалуроновой кислотой. Линейка у этого бренда разнообразная. Я знаю, есть еще, по-моему, с коровой, тоже корова. Главная героиня упаковки и тоже с разными видами. Попробую, не стала я много набирать, купила одну маску. Если понравится, то приобрету еще. Тоже прям красивая такая маска. И знаете, на подарок тоже будет отлично. Девочки, следующие новинки меня прям поразили в самое сердце, потому что они касаются книжных обновок. Очень много книг нам завезли в последнее время, и книги все просто потрясающие. Давайте начнем. Я вам показываю Камилу Лексберг. Это очень популярная автор в серии триллеров, детективов. С этой писательницей я знакома, очень много что читала. И здесь у нас книга называется «Золотая клетка». Первый роман новой серии, мировой бестселлер, 18+, она обтянута в пленку. Честно сказать, сразу, когда увидела этого автора, решила взять. Но когда прочитала аннотацию, мне очень-очень понравилось. Автора называют шведской Агатой Кристи. Что касается содержания, то главная героиня, женщина, жена, отдала всю свою жизнь супругу, сделала его успешным бизнесменом, мультимиллионером, медийной знаменитостью. В общем, всю свою жизнь положила на пьедестал его карьеры, его успеха, забыв о себе. И вот, когда прошло какое-то время, мужу она стала неинтересна, и муж решил от нее избавиться.
ну, как часто, наверное, это бывает, да, старую жену поменять на молодую. Но здесь, наверное, я так думаю, будет раскрываться характер нашей героини. Здесь она должна показать свои зубы и доказать всем и себе, что она не просто жена успешного мужчины, а что она тоже из себя что-то представляет. Буду с удовольствием читать. Книга стоила 99 рублей. Еще один автор, которого мне удалось найти, это Лорен Уэн Уайт «Когда меркнет свет». Я обожаю эту писательницу, она мне очень нравится. У нее все книги выходят в категории «Высшая лига детектива». Я уже прочитала две книги в полнейшем я восторге, и вот я купила «Когда меркнет свет». Эта книга стоит 199 рублей. Это намного выгоднее, чем покупать на других площадках. В других местах, в книжных магазинах, она стоит 270 и 300 рублей. Ну, в таком мягком переплете где-то рублей 250-270 будет стоить. Здесь у нас вообще Лорен Уэн Уайт, она специализируется на теме главной героини, женщины, которая борется с неприятностями, которая обладает очень сильным таким выносливым характером, такая храбрая, балансирующая на грани жизни и смерти. Здесь волевые очень такие настоящие мужчины, но главные герои такие цельные. Кому интересно, я быстро покажу описание. Сразу же, честно сказать, я описание не читала, потому что как только увидела этого автора, прочитала название, я знаю, что такой книги у меня нету, я очень хочу ее уже начать читать. Классно, классно, классно. Я прям довольна своим уловом. Далее, девочки, еще одна книга. Томас Харрис. Это создатель культового романа «Молчание ягнят». Кари Мора книга называется. Она небольшая, совсем такая карманная, в мягком переплете. Меня это устраивает. Это роман, который автор писал последние 13 лет. Вот как после такого заявления не купить книгу? Он скрывался от людей в своем роскошном особняке и не издал за это время ни строчки. Здесь мне понравилось описание, мне понравилось, что будет нам рассказана история противостояния извращенного, хитрого, алчного, жестокого убийцы и красивой, опасной, стервозной женщины. История зла, жадности, темной одержимости, страсти, любви, всепоглощающего такого чувства. Я надеюсь, что будет горячо и будет классно. 99 рублей. И последняя книга, которую я себе выбрала, это Бернар Миньер, триллер. Лучший франкоязычный роман 15-го года. Я не читала, с этим автором не знакома. Здесь мне тоже очень понравилось описание. У нас главный герой Генри. Его жизнь сплошная тайна. Его родители, которых он толком не помнит, давным-давно погибли. А приемные родители увезли его на небольшой остров у берегов штата Вашингтон. Мне уже понравилась та история, что главный герой живет, и, скорее всего, все события будут разворачиваться на небольшом острове, на закрытом пространстве. Это уже интересно будет наблюдать за развитием событий. Здесь довольно большое количество страниц, 570, а стоила она, по-моему, 199 рублей. Ну, классная книга, мне кажется, мне должно понравиться. Девочки, если вы читали что-то из этих книг, то, пожалуйста, напишите, стоят они того либо нет. Будет очень интересно узнать ваше мнение. Вот такие получились у меня покупки из магазина Fix Price в этот раз. Надеюсь, вам со мной было интересно и познавательно. Оставляйте комментарии и, конечно, увидимся в следующих видео. Всем пока-пока!